Друзья мои, добрый день! Вы на канале Блогермен. И сегодня в этом видео мы будем очищать динамик нашего телефона Xiaomi. Меня люди просили именно показать на Xiaomi, потому что там на айфонах, на самсунгах немного все по-разному, да? Процессы разные. Ну смотрите, для начала снимите без разборки телефона, без разборки динамика, будем с помощью программы чистить. Снимите обязательно свой чехол, это является обязательным действием, обязательным шагом, чтобы достичь успеха. Кстати говоря, давайте посмотрим. Муха! Проваливай, муха. Смотрите, давайте посмотрим, насколько вы разбираетесь в Xiaomi. Какая это модель телефона Xiaomi? Напишите в комментариях. Так, что нам нужно делать? Ну, для начала поставить лайк этому полезному, народному, помогающему людям видео, да? Все по традиции. Дальше мы идем в Play Market. И здесь пишем просто вот так вот, очень просто. Так, не могу попасть с первого раза. Чистка динамика. Тут много всяких приложений, это не реклама. Используйте вообще любое, какое вам надо. Я вот использую вот это приложение, я уже скачал его. Я сейчас объясню вам, по какому принципу оно действует. Нажимаем старт, соответственно. В каких случаях оно вообще вам поможет, да? Ну, тут нам рекламу бацают. Так, опа. Нет, хватит со своей рекламы. Ну, ребята, как разработчикам жить? Это бесплатное приложение абсолютно. Вот. Оно нас предупреждает, что осторожно с ушками, очень громкий звук. Сделайте звук на максимум, вам только что порекомендовали, чтобы больше эффект был. Что происходит? Вы нажимаете старт клининг, есть мод 1, мод 2. Выбираете сначала первый старт клининг, потом мод 2 выбираете вот так вот. И сейчас противный звук будет, ребят. Сейчас реклама, наверное, будет, да. Так. Бам. Я не знаю, вам слышно или нет, но звук отвратительный. Сами послушайте, он достаточно долго идет, вот. И я не буду подносить к микрофону, на который я записываю, к петличке. Вот, и так все понятно. Потом нажимаем мод 2, то же самое, старт, клининг. Что выбрать? Да ничего не выбрать. Да, господи, сколько много рекламы, а. Ну реально много рекламы разработчиков. Конечно, спасибо за то, что приложение бесплатное, но все же. Столько рекламы через каждый раз. Ну, что поделать. Там другие приложения есть, попробуйте, ребят. Вот, классная приложуха. Реально помогает. Я реально попробовал на Samsung, на iPhone, на Xiaomi. Вот сейчас записываю видео, соответственно, по Xiaomi, как это сделать, да? Друзья мои, пишите в комментариях, задавайте свои вопросы. Пишите, насколько у вас очистился звук. А звук должен очиститься, ну, знатно так. Потому что он очищает от пыли, от грязи, от воды. И еще рекомендую вот так вот телефон, вот так вот, нахлобучивать его вверх-вниз, да? Нахлобучивать. Возьмите и нахлобучивайте, чтобы частицы грязи вылетали с большей эффективностью. Друзья мои, ставьте лайк этому полезному контенту. Хотите увидеть продолжение по этой теме? Мне есть что вам рассказать и чем поделиться. Ставьте свой лайк, я увижу, что много лайков, и будет продолжение. Ну и, соответственно, просто так ставьте лайк полезному контенту, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях модель своего телефона Xiaomi. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся, но в то же время скоро, безусловно, и снова увидимся, ребят. Всем удачи и до свидания.